Что это такое, блин? Приветствую тебя. Я господин в цилиндре. Здесь, на острове Содор, происходило множество интереснейших приключений. Самые лучшие из них я храню в своей книге, и среди них у меня есть очень интересная история о большой буре. До того, как мы начнем, прошу тебя, расскажи о себе. Набери свое имя на моей печатной машинке. Нажимай на буквы машинки или вводя их с помощью твоей клавиатуры. Нажми на красный символ после того, как заполнишь. Всем привет, это канал Максимадзе, и сегодня День защиты детей, 1 июня, первый день лета, и сегодня, поскольку День защиты детей, сыграем во что-нибудь детское. Я думал и выбрал игру, которую играл когда-то в своем детстве тоже. Короче, я думаю, многие из вас знают паровозика Томаса, может быть, многие смотрели его, я смотрел когда-то в детстве тоже, ну и вот я решил показать. Давайте введем... имя. Я играл в нее тогда давно. И, собственно говоря, вот спустя не знаю сколько лет играю снова. Я много чего помню, но... Набери свое имя на моей печатной машинке. Нажимай на буквы машинки или вводя их с помощью твоей клавиатуры. Ты можешь играть двумя способами. Чтобы пройти всю историю от начала до конца, щелкни на газете. Для выбора более активного вида деятельности, щелкай на картинках. Да, вот... Игра называется Thomas Saves the Days, что ли. Короче, выбери, говоря, 2003 года выпуска. И, собственно, в ней очень много говорит вот щелкни этот диктор. На газете, чтобы выбрать всю историю, и будет много главу. Перебивать меня, конечно. Но давайте, тем не менее, постараемся. Давайте выберем обычный режим. Вот этот режим, это просто игры, которые щелкни будут во время стрелки, чтобы истории. Вернуться к разделу входа в игру. Это все главы о Томасе. От первой и до последней. Чтобы начать игру, щелкни здесь. Игра когда довольно-таки... Когда ты пройдешь главу, она будет помечена красной меткой. Игра довольно короткая, мы за один выпуск все пройдем. Но... Глава — это всего лишь одна часть приключения. Блин, как он много разговаривает, мне не дают ничего сказать, блин. Ладно, давайте, начнем. Однажды со стороны Брэндон Докс на остров Содор налетел ужасный ураган. Солти собрал все проблемные вагоны в уютном депо. Там он начал рассказывать им о последней буре, которая налетела на этот остров, и об отважном маленьком паровозике, который помог выбраться из сложившейся ситуации. Томас совершал свой рейс к станции Нопфорд, когда на Содор налетел ураган. Ужасный ветер сбивал огонь в котлах, а ливень заливал топку котлов. Поэтому машинист Томаса решил переждать бурю на запасном пути. К утру буря ушла дальше, но Томас остался на путях без сухого угля в топках. «Нам нужно отыскать немного сухого угля, чтобы продолжить поездку на полных парах», — произнес машинист. Да, можете заметить, что в этих вставках на английском языке написаны. Игра-то оригинальная на английском, а ролики как бы не русифицированные. И, кстати говоря, из-за того, что у меня десятка, у меня были проблемы с этой игрой. Она очень коряво отображалась при запуске. Пришлось запускать в режиме совместимости с Windows XP, но и то это не сильно спасает. Иногда она может... Ну, я думаю, во время нашего прохождения этого не произойдет. Она давай в меню. Давай проверим станцию Вэлсворт. Нужно найти что-то, что могло бы восстановить мой пар. Короче говоря, здесь, как и в мультфильме в оригинальном, все озвучивает один диктор, один человек. Нажми на газету, чтобы вернуться обратно на экран с главами. Может быть, нам стоит найти дополнительный источник, чтобы снова вернуть пару в мой котел. Как и в мультфильме. Ну, по крайней мере, в первых сериях там... в более ранних сериях там паровозы не двигали ртами. Там просто озвучивал все один человек. Это уже потом, гораздо позже... Там они начали двигать ртами, у каждого был свой голос и все такое.
Короче, что тут надо делать? Тут, чтобы ехать от одной локации в другую, надо нажимать на знаки. Станция Напфорт. Мастерская Джебблколс. Так, Станция Напфорт. Мне по-прежнему все еще холодно. Мне по-прежнему все еще холодно. Туда не надо, Давай значит. проверим станцию Вэлсворт. Нужно найти что-то, что могло... Туда тогда. Переход от одной локации в другую сопровождается такой заставкой все время. Не думаю, что там что-то есть. Давай вернемся сюда попозже. Станция Волсворт. Так, ну и вот уголь, чтобы, собственно, затопить котел или что там у него. Ведерко свежего угля. Думаю, что теперь я смогу нарастить пар. Теперь у меня достаточно пара, чтобы взобраться на холм и поехать к станции Нотфорд. Отлично. Ну, Щелкни на первая глава следующей очень голове, чтобы короткая, продолжить точнее, это введение приключение. было. А теперь давайте первая глава. Важная миссия сэра Тофома. А, Томас, а вот и ты наконец-то, сказал господин в цилиндре. Большая буря стала причиной массовых опозданий по всему острову, а груз на шоколадную фабрику мистера Джелли просто потерян. Этот груз является тем самым продуктом, который необходим, чтобы рабочие сделали шоколад. Прошу побыстрее поесть к шоколадной фабрике мистера Джелли и окажи всю возможную помощь. Можно на персонажа на некоторых нажимать. Поторопись к шоколадной фабрике мистера Джелли, Томас. Он ожидает твоей помощи. Просто разгружаю эти грузы. Обратись попозже, если тебе что-то понадобится. Да, озвучку более нормальную не смогли впихнуть. Одного человека только запихали и все. Но это выход из игры, собственно, выход из Нажми на истории. знаки, чтобы направиться в другую часть острова Садар. Холм Гордона. Этот знак направляет нас Холм к той Гордона. локации, которая... Самой первой локации, что мы видели в предыдущей этой главе. Холм тот зеленый. Но нам надо туда. Диспетчерская Напфорда. Так, вот это самая, наверное, наиболее масштабная локация, потому что тут целых четыре знака направления. Станция Напфорд. Мельница Садера. Побережье Брэндон. Виадук Калхан. Побережье Брэндон. Давайте туда съездим, например. Хотя туда нам пока не нужно. Можно заметить еще, что здесь пасмурно. Но это со временем пройдет. Похоже на то, что они используют это ведро. Думаю, нам стоит вернуться за ним чуть позже. Брэндон Докс. Похоже на то, что дорога на побережье в данный момент закрыта из-за урона, Туда не нанесенного проедем, тут бурей. камни Заедем валяются. сюда позже, чтобы проверить, свободны ли пути. Диспетчерская Напфорда. Почему-то здесь знак, как на станцию Непфорт. Вот здесь. Хотя Станция Напфорд. там на той станции там был круглый знак, и был правильный знак, а почему-то на всех остальных знаки почему-то Станция такие. Напфорд. Мельница Садера. Давайте на мельницу уже поедем, куда надо. Рад тебя видеть, Томас. Я попал в бурю, и следующее, что я увидел, было что-то, во что я врезался и сошел с рельс. Я ехал, чтобы доставить новый крюк для Харви, но теперь, похоже, не я, а он мне понадобится. Ты не мог бы доставить ему новые крюки, чтобы он смог поднять меня? Можно предметы получать, в общем. Буря нанесла большой урон. Я в курсе. Сколько можно говорить уже? Шоколадная фабрика мистера Джелли. Нам Шоколадная фабрика надо мистера туда, но Джелли. мы туда сейчас не проедем. Нам стоит помочь Эдварду до того, как мы сможем направиться дальше. Диспетч. Надо найти Харви и доставить ему этот Вет. красный крюк. Я лишь делаю так, чтобы все, что сюда поступало, было отремонтировано в ближайшие сроки. Здесь достаточно ветрено. Смелтон Ладно. Ярд. Привет, Томас. Я жду, когда Эдвард привезет мне мой новый крюк. Ты его не видел? Ну, а тут вообще пасмурно. Вот. Буря нанесла. Спасибо тебе за крюк, Томас. Теперь мне нужно установить новую цепь, чтобы начать работу. Ты не смог бы помочь мне в этом? Мы должны добавить звенья к Так, цепи Харви, чтобы а она вот и была первая достаточно мини-игра. длинной. Найди звено, которое подходит к концу цепи. Чтобы добавить новое звено, щелкни на нем. Чтобы перевернуть звено, просто щелкни на нем. Когда ты посчитаешь, что поместил верное звено на нужное место, щелкни на молоте, чтобы закрепить новое звено. Нам нужно сделать 4. Еще звенья. Во всех мини-играх, кроме последней, еще есть Если регулировка захочешь сменить уровень сложности. сложности, щелкни здесь. И каждый из них мы рассмотрим. Короче, нам надо поставить то звено, которое вот этим концом соответствует цвету вот этому. Ну, собственно говоря, вот этот. Попробуй перевернуть это звено. Попробуй перевернуть это звено.
Это не совсем тот тип, эти звенья не подходят друг к другу. Короче, надо, чтобы вот так именно четко совпадало с цветом. Вот, один. Это звено точно сюда подходит. Здесь надо всего 4 таких сделать. Это первый уровень сложности. Так, переворачиваем звено. Еще раз закрепляем. Вот, 2. Хорошо получается. А теперь давайте сменим уровень если сложности. Ты точно хочешь сменить уровень? Да. Нам нужно сделать 6. Короче, еще звенья. На втором уровне сложности добавляются вот такие вот рисунки. Не знаю, как это усложняет. Ну и то, что 6 уже надо звеньев добавить. Вот, 1. Вот это звено подходит. Если третий уровень. Точно хочешь сменить уровень? Нам нужно сделать 8. Еще звенья. В третьем уровне сложности еще один рисунок добавляется. Вот этот узор. Ну и 8 уже вот, надо 1. Сделать. Это звено не точно то, чтобы, сюда подходит. Не то, чтобы это сильно усложняет. Разве что немного дольше делать это нужно. Вот, 2. Хорошо получается. А так это вообще просто налегке делается. Вот, 3. Осталось еще несколько шагов. Вот, 4. Это звено точно сюда подходит. Вот, 5. Идеально подходит. Цепь уже удлиняется. Вот, 6. Это звено точно сюда подходит. Так, вот это. Вот, 7. Вот это звено подходит. И последнее. Да, только такое, его даже переворачивать не нужно. Вот, 8. Отлично, эта цепь теперь достаточно длинная для нового крюка Харви. Моя новая цепь установлена, спасибо. Теперь мне стоит направиться к Эдварду и помочь ему. Однако не уезжай никуда, возможно, мне понадобится твоя помощь. Встретимся у мельницы. Да, ну едем на мельницу обратно. Диспетчерская на Апфорд. Мельница Садора. Мне все еще нужно помочь с использованием нового крюка и цепи. Ты не смог бы направить крюк Эдварду так, чтобы он снова вернулся на рельсы? Так, ну и делаем вот так, в общем. Спасибо, Томас. Теперь я смогу вернуться к работе, а ты поедешь прямо к шоколадной фабрике. Удачи тебе. Отлично. Щелкни на следующей главе, чтобы продолжить приключение. Так, вторая глава. Перси и пещера с призраками. Вот так. Рабочие на шоколадной фабрике мистера вот Джелли были удивлены, увидев Томаса. Он был не тем паровозом, которого они ждали. Но мы ожидали, что приедет Перси. И у него должна быть партия компонентов, необходимая нам. Однако он чего-то опаздывает, сказал один из рабочих. Они попросили Томаса найти Перси и его груз. Ладно. Поехали. Давайте поедем на вот эту станцию. Станция Тидмут. А вот и ты, Перси. Рабочие с шоколадной фабрики разыскивают тебя. Они хотят, чтобы ты доставил им груз. О, Томас, мне было так страшно. Была эта буря, и я врезался во что-то, рассыпав свой груз в пещеру. Ой, теперь я не могу туда попасть. Ну почему нет, Перси? Там слишком страшно и темно. Я думаю, что там нет ничего страшного, Перси. Я помогу найти тебе новый фонарь, так чтобы мы поехали в пещеры и нашли ящик. Найти фонарь нужно. Надо найти новый фонарь для Перси. Ты не нашел для меня нового фонаря, Томас? Так. Заброшенные пещеры. Нам нужно найти новый фонарь для Перси до того, как отправиться в заброшенные пещеры. Диспетчерская на... Так, ну... Не придется долго искать, вот он, фонарь. Новый фонарь, именно то, что необходимо Перси. Мельница сада... Станция Тидму... Думаю, что теперь мы сможем поехать и осмотреть пещеру. Почему бы тебе не поехать первым? Я буду следовать за тобой. Были должны объяснить Перси, откуда берутся все эти звуки. Помоги мне угадать, что это может быть за звук. Еще одна мини-игра, следующая. Здесь надо определить, что звучит. И тоже есть 3 уровня сложности. Я знаю, что такие страшные звуки издают призраки.
Короче, если забыли звук, можно навести на мешок и услышим звук снова. Ну, я даже так понимаю, что это часы с кукушкой. А еще есть треугольничек и будильник, но... Это... Я вижу Томаса. Это всего лишь часы с кукушкой. Не знаю, откуда они взялись в пещере. Ну, конечно, именно этот звук мы слышали. Тут в пещере еще валяются обломки ящиков и бочек с маслом и сахаром. Какое ужасное создание может издавать такой страшный звук? Так, ну это колокольчик вот этот вот. Если мы нажимаем неправильный ответ, ячейка похож, но исчезает. Это не совсем тот звук. Не думаю, что это тот звук. Давай попробуем еще. Теперь давайте если сменим хочешь, уровень сложности. Точно хочешь сменить уровень? Короче, средний уровень отличается тем, что... Во-первых, больше звуков надо будет определить, проехать. О, Томас, давай на этом остановимся. И то, что... При нажатии на неправильный ответ ячейка не исчезает. Не думаю, что это тот звук. Давай попробуем еще. Не думаю, что это тот звук. Вообще, давай это вообще еще. Никак не усложняет, но... Я вижу Томаса. Ножницы. Это всего лишь ножницы. Ну, конечно, именно этот звук мы слышали. А теперь если третий хочешь, давайте выберем. Точно хочешь сменить уровень? Вот в третьем уровне уже есть... Интересное отличие. Во-первых, еще дольше надо ехать. А во-вторых... Какое ужасное создание может издавать такой страшный звук? Теперь звука два. Всегда. Ну-ка. Это был барабан и этот треугольник. Я вижу да Томаса. Это легко все на это самом деле. Это всего лишь барабан и... Очевидно, что игра на очень, ну, на конечно, очень маленьких детей рассчитана. Этот звук мы слышали. О, Томас, давай на этом остановимся. Так, ну это вот этот вот... Дверной вот этот колокольчик и... Чё там еще было? И труба вот эта. Я вижу Томаса. Это всего лишь колокольный звон. И труба. Ну, конечно, именно этот звук мы слышали. Только звук трубы больше был похож на скрип двери. Ну, это этот громкоговоритель. Я знаю, что такие страшные звуки издают призраки. Барабан. А еще есть... этот вот громкоговоритель с вот этой фигней, я забыл, как называется. Я вижу вот Томаса. Это правильный ответ. Это всего лишь рок. И барабан. А, рок. Ну, конечно, именно этот звук мы слышали. О, Томас, давай на этом остановимся. Так, что тут было? А, вот этот сигнал для мотоцикла и свисток. Я вижу Томаса. Это всего лишь сигнал мотоцикла. И полицейский свисток. Ну, конечно, именно этот звук мы слышали. Так, и еще, наверное, одна осталась. Я знаю, что такие страшные звуки издают призраки. Печатная машинка и... Я это. Вижу Томаса. Это всего лишь колокол. И печатная машинка. Ну, конечно, именно этот звук мы слышали. Все. Это последний был. Ну да, последний, вот, все. Смотри, это груз персии для шоколадной фабрики. Спасибо тебе, Томас. Теперь мне нужно отвезти все припасы на шоколадную фабрику мистера Джелли как можно быстрее. Отлично. Щелкни на следующей главе, чтобы продолжить приключение. Так, глава 3. Пропавший груз. Рабочие поблагодарили Томаса и Перси. А теперь Томас. Сказал один из рабочих. Нам нужно получить 3 компонента. Господин Цилиндри сообщил нам, что буря разнесла грузы по всему острову. Думаешь, ты сможешь найти 3 пропавшие ящика, Томас? Этот список покажет тебе то, что нам нужно найти. Так. Нам осталось найти 3 компонента. Яйца, цветок, кокосовые бобы.
Так, короче, в этой главе ингредиенты рандомные будут. В нашем случае выпали яйца, вот этот цветок и... Кокосовые бобы. Бобы какао, он не то сказал, абсолютно какой-то бред. Какие кокосовые бобы, я не знаю. И располагаться они будут в рандомных местах, в рандомных локациях. Собственно говоря, давайте на мельницу поедем. На мельнице нету, давайте туда. Короче, два из этих компонента мы найдем на локациях, а третий нам надо будет получить еще в одной мини-игре. Станция Напфорд. Станция Напфорд. Давайте туда. Здесь нету компонентов. Холм Гордона. О, а вот яйца. Отличная работа, ты нашел яйца. А еще... Нам нужно найти еще два компонента. Компоненты могут быть не только эти. Еще есть бочка с сахаром, бочка с маслом. Что там еще может быть? Похоже на то, что буря проходит. Проходит, да, я знаю. Мастер... Еще что-то, по-моему, может быть. Я не помню точно. Все. Привет, Томас. Мне понадобится твоя помощь. Всем в этом депо что-то нужно, чтобы помочь в уборке. Но здесь так много обломков после бури, что мы не можем ничего вытащить. Ты не смог бы найти способ, чтобы очистить здесь все? Угу. Ты нашел что-то стоящее, что... Потом. Надо будет лопату взять. А, еще молоко может быть. Нам нужно найти еще два компонента. Еще молоко может быть. Но здесь ничего нету. А, короче, надо сюда будет лопату. Станция Напфорд. Давайте тогда побережье поедем. А, нет, давайте сначала... Виадук Калха. Давайте туда, на мост на этот сначала. Томас, я рад, что ты здесь. Ветер сдул мой груз прямо в реку из сетки. Ты не смог бы найти мне что-то, чтобы нам помогло выловить мой груз? Очень много полезных вещей расположено в мастерской. Тебе стоит посмотреть там. Смелтинг Ярд. Там может быть компонент. Давайте там тоже посмотрим. Не, здесь нету. Тогда на побережье второй компонент. Побережье, Брэндон. Других вариантов тогда не остается. А, ну еще на Тидмаут может быть компонент. Но вот он. Вот он. Отличная работа. Ты нашел цветок. Цветок. Это ведро поможет Харальду выловить его груз. Диспетчерская Напфорда. На Брэндон Докс нельзя еще поехать пока. Станция Напфорд. Теперь... Мельница с... Теперь на этот в Тидмаут заедет. Станция Тидмут. Так, лопаты. Лопата. Она будет исключительно полезной для расчистки мусора. Заброшенные пещеры. Можно туда съездить. Но эта локация бесполезна уже. Нам на ней делать нечего, абсолютно. Это заброшенные пещеры. Нам не стоит туда заезжать теперь, когда груз найден. Стан... Диспетчерская Напфорда. Станция Напфорд. Сколько раз я эту музычку буду слышать? Холм Гордона. Мастерская Джебб Колс. Так, сейчас очистим. Вот так. Спасибо тебе, Томас, за то, что ты помог убрать весь этот мусор. У меня есть с собой немного веревки. Возможно, тебе она понадобится в своем приключении. Так, отлично. Веревка и ведро — это все, что нам надо. Станция Напфорд. Диспетчер. Виадук Калхан.
Так, веревку. Отлично, ты нашел веревку. Теперь нам нужно что-то, чтобы прикрепить к концу веревки. Таким образом, мы сможем вытащить ящики. Теперь, когда у нас есть веревка и ведро, ты не смог бы помочь мне достать груз из воды? Мы должны помочь Гарольду выгрузить его груз. Перемещай курсор для управления третья Гарольдом. Мини-игра. Щелкни мышкой, чтобы опустошить ковш в реку и зачерпнуть в воду. Следи за тенью на воде, чтобы определить, куда попадет ковш. Короче, надо ловить вот эти ящики. Вот так. Есть еще камень, который... Если предметы двигаются на него, они... Это... Обходят его. И также в воде могут плавать будильники, лягушки. Я хотел будильник поймать, но... Будильники, думаю, лягушки, бутылки, выбросить. Цилиндры. Вот, уже два предмета поймали, уже все. Если ты захочешь следующий уровень, точно хочешь сменить уровень? Во-первых, появляется еще коряга вот эта. Предметы стали двигаться чуть-чуть быстрее. Ну и надо выловить больше ящиков теперь уже. Вот лягушка плавает. Думаю, это можно выбросить. Теперь давайте третий. Если выберем. Ты захочешь, ты точно хочешь сменить уровень? Коряга с камнем перемещается в другое место. И двигаться предметы стали еще быстрее. Ну и ящиков еще больше надо теперь поймать. Бутылки плавают еще. Думаю, это можно выбросить. Цилиндры плавают. Думаю, это можно выбросить. Это вовсе не ящик. Лягушки. Это вовсе не ящик. Ну и где ящики, Вова? Ой, как быстро все двигается-то, ё-моё. Давай, 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 давай. Ящики, ящики, ящики давайте. Спасибо тебе за то, что ты помог мне вытащить мой груз, Томас. Ты не смог бы отвезти этот ящик на шоколадную фабрику? Мы нашли все товары партии шоколадной фабрики мистера Джелли. Теперь стоит поспешить на фабрику, чтобы рабочие смогли сделать партию свежего шоколада. Отлично. Щелкни на следующей главе, чтобы продолжить приключение. Так, глава 4. Гонка к докам. Томас доставил все необходимое для того, чтобы произвести первую партию шоколадных изделий. И как раз вовремя. Мы так рады твоей помощи, Томас. Сказали рабочие, когда шоколад был готов. Однако теперь нам стоит побыстрее отвезти партию в Брэндон Докс, до того, как ее отправят дальше. Ты не мог бы снова выручить нас? Томас согласился доставить вагон с грузом шоколада в Брэндон Докс. Мельница Садера. Так, вот теперь в Брэндон Докс можно ехать. Диспетчерская на... Можно, кстати, заехать вот сюда и посмотреть, что буря действительно проходит. Вон уже как светло все стало здесь. Ну, а Гаррет улетел, собственно. Побережье, Брэндон. Ну, а камни исчезли, можно спокойно туда проехать. Брэндон Докс. Похоже на то, что весь ущерб от бури был исправлен. Однако сейчас никого нет в диспетчерской комнате. Ты не могла бы правильно установить стрелки? Не могла. Так, чтобы мы добрались до Брэндон Докс. Нам нужно установить стрелки вообще, так, да, как показано на картинке. Нажав на рычаг, ты переведешь его к следующей позиции. Так, вот зеленый туда. Этот мы вниз. Мы уже практически все сделали. Осталось установить всего и один этот рычаг. И тоже вниз. Отлично. Позиции теперь тоже могут быть рандомно. Теперь, переведены правильно, мы сможем проехать в Брэндон Докс. Томас, ты стоишь у нас на пути. Не будем ничего делать, как ни крути. Томас, ты должен поспешить в Брэндон Докс. Болзард скоро отправляется. Да, я пытаюсь, но похоже, вагоны с этим не согласны. Я помогу тебе, Томас, и смогу заставить их уважать нас и вести хорошо. Вот то, что на самом деле еще пригодится. Одна просто начинай петь со мной. Мы любим петь, но все, что угодно, мы не поем. Нажимай на вагоны, чтобы они начали петь. Просто нажми на каждом вагоне, чтобы узнать, какую ноту он поет. Я буду добавлять заметки до тех пор, пока они не запоют всю песню целиком. Попробуй-ка вот эту. Теперь твоя очередь. Отлично. Это на память, теперь короче. Твоя очередь.
Сложность различается только в том, что надо Ты будет хочешь, чтобы больше я раз тебе снова показал? щелкать Ты опять. уверен, что хочешь изменить уровни? Попробуй-ка вот эту. Давайте на третьем попробуем. Теперь твоя Самый очередь. длинный. Очень хорошо. Теперь твоя очередь. Отлично. Ну, это на память. Теперь твоя очередь. Отлично. Теперь твоя очередь. Не совсем так. А, Попробуем блин, не еще ту раз. нажал. Теперь твоя очередь. Очень хорошо. Теперь твоя очередь. Очень хорошо. Теперь твоя очередь. Уже сложнее начало становиться. Отлично. Теперь твоя очередь. А теперь вот эту. Теперь твоя очередь. Нет, нет, слишком плохо. Я покажу тебе еще раз. Не туда нажал. Надо было на желтую. Теперь твоя очередь. Не совсем так. Попробуем еще Опять раз. не ту. А, понятно. Теперь твоя Надо было очередь. еще раз на эту нажимать. Отлично. Спасибо, Солти. Не знаю, как тебе это удалось, но мы поехали. Нажми на кренки, чтобы разгрузить вагоны Томаса. Так, Брэндон Докс, вот оно. Господин в большой шляпе, как его в мультфильме называли. Здесь господин в цилиндре. Побережье, Брэндон. Мы не сможем сейчас уехать. Мы даже не смогли разгрузить товары в Бострот. Похоже на то, что буря проходит. Сколько раз ты это уже сказал. Да, кран вообще в любом месте может ползать. Хоть туда, хоть сюда. Отлично, Томас. Ты смог доставить груз в Бострот вовремя. Я очень доволен твоей работой. Чтобы продолжить игру, щелкни на следующей главе. Так, ну и пятая глава это... Да, в ней даже никуда Срочная не ехать не надо. Шоколадной фабрики была доставлена вовремя. Это и Все начали последний. Благодарить Все. Томаса за его работу, за то, что он выручил их в этой ситуации. Для того, чтобы показать то, как они обязаны Томасу за его работу, рабочие шоколадной фабрики изготовили десерты для Томаса, господина в цилиндре и всем остальным его полезным паровозом. Готов делать шоколад? Для изготовления шоколада щелкай на трех элементах машины. Когда будешь готов изготовлять шоколад, просто нажми на этот рычаг. Ты сможешь сменить управление в любой момент. Если ты хочешь остановить аппарат, нажми рычаг. Когда шоколад будет готов, отправляйся в комнату, где заворачивают шоколад в обертке. А здесь уровней сложности уже нету. Тут, короче, выбираем шоколад. Выбери сахар. Отличный выбор. Сахар пусть будет Выбери для сахар. Всех белый. Как и должно быть. Выбери форму. Форма. Отличный выбор. Хороший выбор. Выбери форму. Отличный выбор. Хороший выбор. Ну, Посмотрим, давайте что в виде получится. Паровозиков. Выбери форму. Выбери шоколад. Шоколад. Есть Выбери темный, шоколад. Есть вот такой вот. Выбери шоколад. Более светлый, есть белый. Выбери шоколад. Давайте, поскольку 6, 2 темных, 2 более светлых и 2 белых. Запускаем. Когда будешь готов изготовлять шоколад, просто нажми на этот рычаг. Так, вот второй вышел, выбери, меняем выбери шоколад. Шоколад. Вот этот шоколад меня больше всего вызывает аппетит, если честно. Ну и белый тоже хорош. Выбери Еще раз шоколад, меняем шоколад. Выбери шоколад. Отличная работа. Выбери шоколад, выбери шоколад. Осталось совсем немного.
Коробка полна. Пора отправлять ее в комнату для заворачивания. Это комната, где шоколадные плитки заворачивают в обертки. Вот, вроде прежде чем завернуть получилось. Шоколадки, ты можешь их перемещать или убрать некоторые почему и сделать новые. Это сахар так отчетливо виден. Почему это? Шоколада на них сверху нету еще. Можно напечатать еще. Когда будешь готов обернуть шоколад, изображение с шоколадками. Не знаю, зачем это нужно. Можно удалить. Можно отправиться. Коробка полна. Сними немного шоколада, чтобы вернуться. Если ты хочешь вывести на принтер свою коробку шоколада, щелкни на кнопке печать. Так, ну и выбираем обертку. Тут их три варианта. Давайте в виде паровозиков возьмем и нажмем вот сюда. Вот так вот. Я горжусь, что получил груз прекраснейшего шоколада. Спасибо вам. И я хотел бы поблагодарить лично Томаса и мои полезные паровозы. Да, и в заставке в этой будет та обертка, которую мы выбрали. Спасибо тебе за твою помощь после большого урагана. Так, ну и все, игра пройдена. Нам остается только закончить. Для того, чтобы еще начать раз игру, нажми на зеленый знак вперед. С днем лета, с днем защиты детей у вас еще раз. И чтобы прекратить играть, нажми на красный спасибо знак. Спасибо за просмотр, с вас только подписывайся, с меня эпичные видосы, диктор продолжает меня перебивать. Я даже забыл, для что того, говорил. Подписывайтесь игру, на стримерский канал, спадем ВКонтакте, на влоговый канал, подписывайтесь и всем пока, смотрите титры еще. Ты уверен в том, что хочешь выйти? Спасибо тебе за твою помощь после большого урагана. После того, как ты вернешься, мы продолжим наше приключение.